вместе открывайте, это ваши подарки. О, это тоже такое. Смотри, вот этот кораблик, это Патрику. Вот это, а это тебе. Это конфеты все. Смотри дальше. Это еще одни конфеты с финиками. Сухарики. О, это. А это, смотрите, это большой пакет жвачек. Это да. Большие жвачки. Где бубонки? Жвачки. Это вам Антон с Таней передали. Они летали на отдыхе, привезли вам. Видишь, Кать, вкусняшек. Эти вот сладости Дубай они купили, а это с Мальдива, с островов. А это либо леденцы, вот, может, это леденцы. Мама, надо пробовать. Кофе грузинский? Можно. Молодцова. Над столом, чтобы они не упали на пол. Открывайте, ставьте. А я зайки. Так, кто первый откроет? Как открывать? О, смотри, Стивка первый. А, это тоже мама. Ух ты, а что это? Это таблетки. Таблетки? Да, похоже на первый. Это конфетки. Да, конфетки и таминки. Да. А ну пробуй, вкусно пахнет? Горькие. Горькие? Уже попробуем. Можно. И маме. Патя, дай мама попробовать. Папа. Папа, дай мне. А, Патя. А папа, у вас есть жвачки. Они мятные, Патя. Знаете, я не понимаю. Но они, Стив, их нельзя кусать. У тебя такие кофе? Это что мне у нас не продаются, Патя. Это видишь, смотри. Написано ананас, лайм, маракуйя и дыня. Это разные вкусы. Смотри, какие громадные, да, Стив? Большие жвачки. Мама, а ты такие суп где-то поедешь? Не, ну это когда мы полетим, тогда купим. А здесь у нас не продается таких. Давай закроем. Нет, я не похожа. Смотри, как она. А Стивик первый понял, как открывать коробочку. Молодец. Вкусно, она мятная, но сладкая, Патрик. Она тоже получилась. Патрик, закрывай. Вот. Это теперь твое. У каждого свое. Это твои с кораблем, Стивика с башней. Да. Ну что, круто? Не буду Да, давай я открою карту. Я можно взять по одной. Молодец. Может, это жевательные конфеты? Стивик взял с ананасом. Да? А ну-ка, Пать, бери. Ты какую хочешь? Это маракуйя. Это должна быть очень вкусная. Я это не вкусно. Маракуйя. Стив, ну что, это жвачка? Как тебе? Я тебе пачу. А это конфеты. Тут, Пать, твой любимый орех внутри, миндаль, финики, сверху шоколадка. Финики. Вот это финики. Морковь. Зайчик, оно не продается у нас здесь. Почему?
Может, какие-то и найдем, но точно таких нету. Можно еще? Нет. А где твоя жвачка? А, это не жвачка, это жевательная конфета? Да? Да.